поделитесь секретом мастерства, что нужно иметь, что нужно знать, чтобы выигрывать вот в этой игре? Ну, нужно иметь мышечную память, это во-первых, чтобы твои мышцы запоминали и повторяли все движения, которые были вчера или, например, неделю назад. И когда мы приезжаем на соревнования, мы должны уметь справляться со своими эмоциями. Это самое важное. Потому что если ты даже играешь плохо и не будешь зацикливаться на своих эмоциях, то ты можешь выиграть. Есть все шансы. А так нужно иметь меткость и целеустремленность. Секретов. Я обычно не умею так справляться со своими эмоциями, но вот все, кто меня окружают, мои, как сказать, коллеги по виду спорта, мои родители, моя семья поддерживают меня и помогают мне как-то справляться со своими слезами и нервами. Мечта, да. Да, я хочу стать мастером спорта международного класса, МСМК, вот, чтобы играть с более взрослыми людьми. А чему вас научила эта игра? Чему ты уже готова? Эта игра лично меня научила очень хорошо считать. Вот на математике я уже сижу, когда я знаю, триблы, утроение на мишень, так мне легче. Например, 19 умножаем на 3, я сразу знаю, что это 57. Вот, это более-менее легко. Потом я еще, когда у нас на физкультуре мы проходим баскетбол в школе, я более-менее целюсь. Вот, и начинаю целиться, начинаю прислушиваться к советам других.